зараз у студії у нас Андрій Попов, стиліст бренду Соня Мойна, які спеціалізуються більше для одягу для чоловіків. Добрий ранок. Але все-таки ми трошки доброго ранку проговорили те, що зараз дійсно гендерні якісь рамки трохи стараються, і речі можуть бути унісекс, як і парфумерія, як і косметика. У мене, наприклад, є чоловічі парфуми, від яких я в захваті саме на власному тілі. Да, это абсолютно правильно, абсолютная правда, и не только вы, то есть многие звезды и все остальные носят мужскую одежду с большим удовольствием. Ну, вообще, если говорить о мужской одежде, да, то есть еще в начале 20 века, да, Коко Шанель переодела, одела брюки, то есть это все медленно, но уверенно, а сейчас гендерные рамки стерты, пожалуйста. Я не знаю, як можна було б жити, наприклад, без типових джинсів, якихось комфортних дійсно брюк, тому що ну, для мене це дуже складно зараз уявити. Розкажіть трохи нам про історію взагалі бренду Соня Мойна. Чому Соня Мойна, взагалі така назва підібрана, з чого починали ви цей шлях? Ну, бренд Соня Мойна был основан в 98 году. Вот, и... Старший знову таки нашого гостевого редактора. За мене. Хотя вообще первый раз Соня пошила первую свою юбку в 5 лет. Испортила мамину. Ну, скажем так, не испортила, апгрейдила, да. То есть это мама считала, что испортила. То есть она знала с самого начала о том, что она будет шить. Вот. Почему Соня Мойна? Потому что, ну, как бы это псевдоним, то есть настоящее имя дизайнера Ольга Георгиева. Она, когда училась, то есть уже так, более профессионально, после первой юбки, вот, это было как бы ее прозвище, поскольку она девушка очень эффектная, с огненной шевелюрой. И вот, вот, Яскрава. Така цікава історія з приводу цього. Але взагалі є такі певні стереотипи, що якось... жінки і чоловічий одяг, якийсь отак от, ну, якийсь розподіл. Є ні, дійсно, дуже багато відомих модельєрів, чоловіків роблять класні жіночі колекції. Це адекватно, нормально в наш час і дуже круто виглядає. Але от якось, чому саме чоловічий одяг? Чому саме цей стиль? Ну, починався бренд, якщо чесно, з женської лінії. Вот, потом, то есть, коли формувався власний стиль, якийсь... Да, да, ну и как бы у Сони, у нее очень твердый характер, то есть она по знаку зодиака, если кто-то верит в знаки зодиака, ну это есть, да, вот какие-то там есть, черты определенные, да. Вот, она козерог, и то есть вот как бы сильный такой характер, который... такой, да, 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 и то есть вот она решила как бы вот, вот именно работать больше в мужском. Хотя, да, вот есть какие-то даже остатки у нас, какие-то, какой-то одежды были когда-то женской. Ось так. Можливо, є якісь певні фішки і якісь саме притаманні вашому бренду, якісь стильові штучки? От, наприклад, ваш фірмовий стиль сформульований як Neo Universe. Розкажіть, що це? Чи пов'язано це якось з матрицею? Як ми можемо побачити річ і, ну, дійсно, 100% сказати, оце Соня Мойна? Ну, от можете на мене посмотрети і сказати, 100% це Соня Мойна. І ви як зайшли, я Соня Мойна. Да, 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 все, сразу все сказано. На самом деле, то, как бы, вот фішки, да, то, что мы называем ДНК, да, любого дизайнера, как узнается Соня Мойна. Во-первых, это одежда, которая легко узнаваема и в то же самое время она удобная в носке. Вот, то есть это не какая-то не сковывающая одежда. То есть, если это casual, это casual, это спортшик, это fancy casual, это smart casual. То есть вот последняя коллекция, которую мы представляли на UFV, Fall Winter 19-20, это был больше спортшик. То есть это немного укороченные штаны, какие-то там оверсайзы и т.д. и т.п. И кросы, да, на великих підошвах. Не-не-не, мы чуть-чуть не туда. Мы чуть-чуть более в классику, поскольку, к счастью или к сожалению, ну, скорее всего, просто то, чем мы отличаемся, да, это индивидуальный подход к клиенту, да, например, если мужчина размера XXL или наоборот XXS, ну, всякие то бывают, да, 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 можно под него, например, отшить. То есть модель, которая ему понравилась, при этом он будет все равно выделяться в толпе. Но все фигуры, они также могут быть трохи модифицированы. Да, 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 конечно, есть какая-то определенная размерная сетка, но просто, скажем так, не все модельеры, не все дизайнеры отшивают вот, ну, индивидуально под своего клиента. Да. Андрей, вы уже сказали, что вы берете участь в Ukrainian Fashion Week, я так понимаю, в других показах. Как відчуття, что после... ну, наприклад, Ukrainian Fashion Week, одразу як зростає цікавість до бренду, попит. Зростає попит. Чи є, ну, від цього чи все-таки у вас є, ваші клієнти
клієнти, які звертаються до вас постійно, в незалежності від того, чи приймаєте ви участь у таких Естественно, є постійна база клієнтів. Я не люблю, кстати, слово клієнтів. А як давайте тоді поговоримо, як правильно і ввічливо в такій ситуації їх назвати? Ну, я не знаю, це гості, наші... це ваші пусть будуть потребителі, ну як-то клієнт, ну як-то так звучить, знаєте, як сокружний. Ну так. Да. Трохи ж недорогі, да. Вот. ЮФВ, то, что дают ЮФВ, это новые лица. Вот. Опять-таки, для того, чтобы быть постоянно в тренде, для того, чтобы нужно смотреть не только то, что мы делаем. Да? А это на своих коллег. Да, это обязательно. Опять-таки, это иностранные байеры, это пресса, это, ну, то есть, вот это все, это для этого и делается ЮФВ, потому что, как бы, бренд узнаваемый, особенно круг фэшн, но на самом деле очень маленький, особенно в Украине. Все друг друга знают. Журналістів, це ж нормально справді. Да. До речі, ви їздите за кордон кудись на показ? Да, розкажіть, будь ласка, де, ну, де ви надихаєтесь? Саме так. Бач, як ми вдохновляєтесь? Вдохновляєтесь? Да. Ну, лично я, ну, я как бы больше вот США люблю, если Европа, то это, наверное, Испания, Франция. А вот, а Соня, она больше как-то вот там вот в Италию, ну, сейчас она в Германии. Вот, то есть вот. Хотя тут тоже вдохновение, честно, у меня одно вдохновение, как у стилиста, у нее другое, да. То есть мы потом как бы собираем все вместе и вдохновляемся вместе. Співпраця саме дизайнеру і стилісту бренду. В чому вона полягає? Чому повинні бути оці дві одиниці обов'язково для того, щоб сформувати повну колекцію? В чому бувають складності цієї співпраці? Ну, а я вам скажу так, для того, чтобы коллекция, вот картинка, которую вы видите мало на экране, дополненный, должен быть другой человек, должен быть другой взгляд. То есть в данной ситуации это взгляд стилиста, потому что когда дизайнер придумывает, опять-таки, то, что он придумывает, потом он отшивает, оно может получиться совсем по-другому. Вот. Ну и плюс ко всему у него уже, ну если можно так сказать, замыленный взгляд. Вот, то есть он уже эти вещи видит, да, допустим, он знает, где какая строчка, где еще что-то. Какие там свои детали, фишки, какие. Да, и собрать вот лук совсем по-другому, да, то есть вот я вижу это там, например, с такой обувью, с этим, то есть, да, иногда дизайнер может спорить, но обычно наши дизайнеры, во всяком случае, украинские, к сожалению, еще не работал с какими-то иностранными дизайнерами, они обычно со стилистами не спорят. То есть они знают, опять-таки, у каждого стилиста тоже есть свой ДНК, кто-то любит там одно, кто-то любит другое. Вот. И если они приглашают стилиста непосредственно для работы с ним на постоянной основе, либо для работы только там на ЮФВ. Тобто скандалів, проблем між собою, якихось конфліктних ситуацій під час підготовки колекції у вас не буває? У мене лично ні. До речі, про аксесуари. Наскільки важливо, щоб, ну, наприклад, до одягу, який шиє бренд ваш, було вдало підібрано взуття, ну, аксесуари, навіть годинник, можливо? Чи це немає такої залежності? Ну, для закінченості образу, мабуть, це важливо? Звісно, розумієте, аксесуари – це дуже важливо, але якщо говорити взагалі о стилістиці, ну, повинно бути три акценти в одежді, да? Тобто, якщо у вас какая-то яркая верхняя одежда, да, если это куртка, значит, все остальное там должно быть более сглаженным, да, то есть не делать, если там яркая сумка, ну и так далее, то есть это классика жанра. Хотя сейчас время логомании, то есть если это все... Такое эклектики, поєднання. Да, если это все гармонирует друг с другом, ну почему бы нет? Які аксесуари повинні бути от у справжнього чоловіка 100% незмінними, постійними, разом із ним? Хтось каже, це годинник. Що на вашу думку? Ну, я вважаю, що да, це часи в першу чергу, причому часи можуть бути, ну, в моєму розумінні, либо пусть це будуть дуже дорогі часи, ну, одні, либо пусть їх буде 20 штук, там, по 5-6 гривен, грубо говоря. Я не знаю, есть такие часы или нет таких часов по 5-6 гривен. Но те, которые вы можете носить там, вот именно как аксессуар. Тільки цукерок такими, я вам дозвучу. Да, вот что-то в этом плане. Ну, также сейчас, например, вот красная нитка, да, то есть это уже считается как бы... Как оберег. Да, как оберег, но опять-таки это все равно аксессуар. То есть, ну, в зависимости от того, с чем вы одеваете. Гаманець, потребен, не потрібен в епоху карток, пейпасу, там взагалі. Все зависит от ситуации. Понимаете, если вы идете покорить кого-то,
там, свою девушку, даму сердца или делового партнера, да, если вы невзначай там посветите каким-то дорогим, кошельком, портмоне, Луи Виттон, ну, желательно, конечно, купленный не на рынке, а в реальном, потому что, то есть люди, которые в этом понимают, они сразу видят, где это фейк, где не фейк, вот. То да, это где-то допускается. А в принципе, ну, как правило, люди, которые обеспечены, люди, которые богаты, они не светят этим. Ну, як приклад Стів Джобс, все-таки. Ну, Стів Джобс – это, наверное, не лучший вариант. То есть, как бы вот, как для стилистов, это, конечно, умерший человек. Ну, фактично уже померли. Да, да, но я имею в виду, как для стилизации. То есть, тут ничего. Это может быть, да, может быть, это какая-то своя фишка, но это скорее вызов обществу, да. То есть, вот я хожу в одном и том же. Хотя, с другой стороны, те водолазки, которые он носил, на минуточку, они не дешевые, да. То есть... Зручай, новий президент ходив всю кампанію, от водолазка, як ви сказали, і ну, це йому не завадило набрати багато лайків да, у виборчих бюлетенях. Ну, наскільки це важливо було, наприклад, для, щоб розуміли, що він дуже близький до народу, чи це не так стало важливим? Ну, я думаю, понимаете, в любом случае, в любой ситуации есть такая пословица, да, встречают по одежке. То есть мы все друг друга срисовываем первым делом глазами. Потом мы начинаем выяснять, кто что думает, у кого какой аппетит, у кого какой вкус, у кого и т.д. и т.п. и пятое, и десятое. Вот, поэтому визуальная картинка, я сомневаюсь, что из 100% населения Украины, да не только Украины, сколько там людей общалось с Зеленским лично, да, то есть определенная картинка, которую выстраивает стилист, которую выстраивает имиджмейкер, и, допустим, в данной ситуации вполне возможно то, что это было именно вот, чтобы... Продумано, да? Да, может быть, я не знаю, я не в курсе, может быть, ему просто удобнее. Мы можем гипотезу только посмотреть. Да, ну, во-первых, то есть это как бы удобно, это кэжуально, ну и где-то это ближе к народу, чем классический галстук. И сорочка. Да. Якщо естественно, повертатися... есть какие-то дресс-коды, то есть, я думаю, сейчас на посту президента ему придется носить. Black tie, white tie и т.д. и т.п. Всякие дресс-коды на разные мероприятия. То есть там тут уже не обойдешься. Якщо повертатися, вибач, будь ласка, Лечка, до від стилістики повертатися до бренду Соня Моніна, від однієї колекції до іншої, чого нам чекати цього сезону, чого чекати наступних сезонів? І які тренди і штуки будуть використані саме вами в наступних колекціях? Ну, следующую коллекцию. Дело в том, что любое Fashion Week, да, то есть неважно, там, украинский, нью-йоркский, миланский, итальянский, т.д. и т.п., мы идем на шаг вперед, да, то есть вот последняя коллекция, которую мы представляли, это было Fall Winter 19-20. Вот, то есть это, соответственно, вот это осень, да, осень и зима 19-го, осень 19-го, зима 20-го. Вот. А то, что мы предлагаем, это, опять-таки, спортшик, кэжуальный стиль, это немного укороченные штаны, аксессуары яркие, да, яркие аксессуары там, в виде носков, еще чего-то, там вот какие-то яркие пятна, прямые линии, оверсайз, то есть, ну, он был, он есть, я думаю, что еще... Я думаю, что он не умрет, многие из моих коллег вообще говорят о том, что уже никогда больше обтягивающее не вернется. Ну, неизвестно. То есть мода вообще нацикличная, то есть сейчас возвращаемся к 90-м годам. Вот. По трендам, по цветам, это, если мы говорим о мужском, это серый, это клетка, она так и осталась, я не знаю, вот клетка уже 4-й сезон. Поэтому, я думаю, уже просто, наверное, столько клетки отшиты, что пока все... Да, что пока все не купят, ничего нового не поменяется. Що із, можливо, якщо говорити про жіночу лінію, якщо вона можлива, можлива вона в бренді Соня Моніна? Да, конечно. То есть, ну, я не хочу называть имен, не потому что я просто с ними не согласовал, может, им будет неприятно. Но, скажем так, очень многие фэшн-фигуры и украинские, и не украинские носят мужские пиджаки от Сони Моніна. Прекрасно, у мене в власному гардеробі є чоловічі кофти, чоловічі футболки, чоловічі піджаки. Це для... Ну, от вже ждемо вас к нам в шоурум. Приходите, как раз что-то, может быть, вам и подойдет. Это питание, которое я встиг поставить. Я, как музыкант, часто бываю на украинских премиях. Их не так уже много, но уже есть и музычные, и кинопремии. Чи дивитесь вы на червону дорожку? Наскільки... Конечно, мы не только смотрим, мы и одеваем людей тоже на красную дорожку. Ну, насколько сейчас... Бо ще, я так понимаю, декілька років тому, ну, например, если было в запрошении написано Black Tie, ну, невеличкий відсоток его приходили так, як на
записано, скажімо так. Чи зараз змінилася система, ситуація, чи люди ставляться до цього більш відповідально? Ну, мені кажется, что да. Допоняться до сходу взагалі. Да, да. Мне кажется, что люди более поменялись, может быть, потому что именно дресс-код стал более жестким. Потому что, ну, понимаете, жить в обществе и быть изолированным от общества невозможно. То есть, соответственно, точно так же, если это дресс-код, ну, в моем понимании, по крайней мере, ты себя будешь неуютно чувствовать. Это по меньшей мере, да? Ну, если коли ви... всі підготувалися, а ти такий, господи, а куди це я прийшов? Да, да, если вы придете в шортах, ну, то есть, как бы, это вызов обществу, с одной стороны. С другой стороны, вас могут неправильно понять. И это вот, я не помню, по-моему, 5-го квартала или кого-то была у них ситуация, в Нью-Йорке их просто не пустили. Не, как их пустили на вечеринку, но не с красной дорожки, с бокового входа. Им было очень неудобно, потому что код был white tie, они были одеты в дресс-коде black tie. То есть, вот за границей это более придерживается. Я знаю, что во многие рестораны не пускают. А кого із українських відомих селебрітів одягає бренд Соня Моліна? Кіше. Ну, кстати, вот Винника тоже мы недавно одели. Вот, из мужчин, так вот, из последних. Ваня, зверни увагу. Да, да. Тогда я сразу так и не вспомню. Ну, очень многие носят. Ну, одразу мы сгадали двух. Да, да, ну это просто как бы, наверное, на теме музыки. Саме так, на якомусь підсвідомому рівні. Ну, ми можемо вам тільки побажати розвитку бренду, з задоволенням прийдемо до вас в шоурум, можливо, навіть із камерою Київського ранку, для того, щоб відзняти таку інформацію. На студії був Андрій Попов. Да, тепер ми знаємо секрет, чому Олег Винник збирає стадіони, тому що там є частка і від Соні Моніної, тому що Олег вдягається вдало, і люди ходять на його концерти. Дякую, Андрію, да, заходьте, приходьте ще до нас.